общем, мы сегодня тут прошлись. Я никакого браслета не купила. И очень-очень бедно сегодня здесь. Поэтому здесь тоже нужно... Нету такого, это вот так же, как я, допустим, хожу, там вещи покупаю, что ты пришел, и все тебе тут прямо в 3 раза дешевле. И куча всего. Выбирай, что хочешь. Нет, вот приходишь иногда, и вообще нечего купить. Вообще. Вот бижутерии совершенно нет. Какие-то там стоят отдельные граждане с ерундой с какой-то. Поэтому мы сейчас поедем в другое место. Грибное. Это нам показал Юрий. Кто смотрит мои видео, знает о нем. К сожалению, мы как бы не говорили с Людой. Он умер. 2 месяца назад, наверное. Люда, когда Юра-то умер? Я просто сказала. 2-3 месяца назад. Весной. Весной, да. Так внезапно как-то, быстро очень его болезнь скосила. Он показал мне, где этот самый рынок вообще. Да, знала, да. Где этот фри-маркет каждое воскресенье проходит. Он интересовался золотом только. Как вот ценными. Такие какие-то старинные, что-то все. Я не понимаю в этом, что... Да. Я-то увидела. Просто, места он тебе показал эти, да, вот хлебные. Что, где можно вот старинные вещи. Да. И вот в этот фильм, конечно, очень жалко. Да, вообще так как-то, ага, вроде был и раз, и не стало. Ну, это жизнь. Так, мы сейчас покажем эту красивую женщину, красивую, стильную. У нее и Люда вот, ага, уже это знает. Люблю здесь, я ничего не покупаю, дорого тут. У нее очень дорого. Но смотреть очень красиво. Нет, вот, смотри, сейчас там мы там покажем. Сумочка гобеленовая вон там, красивая. А, да. Вот Michael Kors стоит, мой размер, кстати. Картины шикарные. Мне ходить в них некуда. Сейчас картины покажу. Я на каблуках не хожу. Вот в таких вот я сегодня, вот в таких вот. Каблуки все мои стоят. Смотри, какие рубашечки, платья. Это кто? Тоже ведь, наверное, кто-то очень известный дизайнер, да? Может быть, она... Бриллианты, бриллианты. Была какой-то музыкант, видишь, она похожа, да, вот как это... Джаз поют, да, певицы? Вот она такого же плана. Сейчас покажу. Вон там, вон лампы, вот там. Так, сейчас я пройду здесь. Такие очень у нее, конечно, необычные вещи. Вот такая сумка. Ой. Картины. Интересно, очень сделано. Платок какой-то. Ладно, трогать не буду. Вдруг он тоже дорогой. Видите, маникюр у нее. Интересный. Ага, или что там? Это веер. Ух ты! В натуральной коже. Да даже что? Смехом точно. Вон дырочка, там кто-то прожег, видимо, сигареткой. Дама какая-то сидела, наверное, сигареткой. На сигарету прямо. Да. Интересно, сколько он стоит? Золотая кожа, да. Она сказала. Так, вот то. Вот это вот какая дама красивая, театральная. В перьях. Такая бамба. Поближе просто покажу вот эти картины. Кто-то делает. Вот, видимо, тут глина цветная. Материал, все это. Так, купила я вот такую заколку. Потом одену, я потеряла, ехала в машине. Это сдуло у меня тут. Сейчас я эту купила, такую красоту натуральную. Одену, попробую. Так, что ж, это баловство. Слюда, видите, тут. Так, себе в удовольствие. Покупаем иногда такие вещички. Потому что здесь ты можешь носить все, что ты хочешь, и ни один человек не подойдет тебе и не скажет, что ты как дура оделась. И это самое главное. Никто и даже косо на тебя не посмотрит, такие носочки. С кожаной. Вот это вот, да? А вот тоже, видите? А, это ух ты, в России там. Это как бы сумочка и муфта. Ага. Классно. А how much is this backpack? This one. This brown. Yes, this one. This 35. 35? Ladies from Nigeria. Подумать. Thank you.
Вот опять вазочка. Я неравнодушна здесь к гроздям винограда. Я вообще к ним неравнодушна, и мне все нравится. Да. Ну, видишь, у меня дома что-то это как-то не все не применяется. Это мы с Людой ходим. Зеркала тут. Зашивая тут дамскую комнату, мы ходим. Ну, здесь здание вот такое, всем можно как бы посещать ее. И зашла, тут вот проходит выставка. То, что я ненавижу больше всего, это насекомые, змеи. И я вот сейчас подошла. Господи, у меня опять волосы встали дыбом. Это такая мерзопакость. Это такая мерзопакость. Боже мой, у меня волосы все опять поднялись. Кошмар. Это если я увижу такое вживую, люди. Ой, какой кошмар. Какой кошмар. Какой кошмар. Какой паук огромный. Боже мой. Какая мерзопакость. И это вот люди, понимаете? Ой, кошмар. И это люди ведь увлекаются этим. Они их в руки берут. Целуют. Боже мой, это все в пауках. Какая мразь. Извиняюсь за эмоции, но это ужас. Вот любитель этого всего. И девушка у него там, которая это тоже, видимо, любит. Ой, а тут-то что, мама дорогая. Ой, какой кошмар. У меня еще шок не отошел от той змеи. Я вот так вот стану на расстоянии, руку вытяну, чтобы мне близко к ней не подходить. Кошмар. Вот такую вот, вот такую змею я переехала. Вот. Вот такую змею, точно. Точь в точь. Точь в точь. О. Вот мне их не змеи лучше называть, а гады, гады. Их же гадами называют. Ой, какая. Ой, извините, кто змеями, конечно, увлекается, что я так о них отзываюсь. И тут это шевелится, мне все кажется, меня змея хватает. Так, ладно, я больше уже не могу это смотреть. Может, тут что-то, тут тоже змеи. Для моих нервов. Нет, люди, это кто так любит их? Ну, это крокодил. К крокодилам я таким к маленьким нормально отношусь. Ничего особенного. Там опять змеи, даже подходить не буду. Даже подходить не буду. А это что за пирамида? Так, подходить не буду, руку только вытяну. А тут, видите, пирамиды, пирамиды. Вот одна пирамид, вот вторая пирамид. Ну, по-английски пирамида как-то вот так звучит. Пирамид. Вот еще одна. Господи, они друг на друга там лазят. Дружной компании. Ну, вот к этим я еще как-то более-менее тоже. Еще более-менее. Сейл $30. Хороший прайс, только и такие бесплатно не надо. Ну, это тут тоже, видимо, тематика змей, бижутерии, всякие экземпляры. Так, а тут что? Фу, тут вот эта мразь тоже, извиняюсь. Всякие жуки. Кто тоже покупает? Нет, ну это вот опять говорит о том, что ведь у всех людей вообще свои увлечения. Вот кто-то кошек ненавидит, да, допустим. Вот девушка сидит, продавец. Кто-то собак. Кто-то еще кого-то. О, боже.
Stand up tall, guys. Okay, look at me. Get your photo of the large reptile, a blue iguana. We're raising money for reptile rescue. Minimum $1 donation per person. All money raised goes to rescue. Kids are selling candy, saltwater taffy, candy bars. Okay, так, достаточно. Вот у меня сестра Юлька, она вот это ненавидит. Она черепах, ее вообще прям колбасить начинает. Вообще не может их даже трогать и смотреть. А я нормально. Черепашка. Ой, еще раз прошу прощения, господи, кто увлекается этим, что я тут фукаю, хожу, ну, это, как-то не контролировала себя, что ли я, поэтому не оскорбляйтесь, пожалуйста.